Мама, если ты будешь так нервничать, никуда не поедешь. Что случилось? С тех пор, как отец умер, совсем спать перестала. Möchten Sie? Bitte. Какая прелесть. Мой муж в роли официанта. Aber wo ist deine Mutter? А где же твоя мамочка? Na, bewegt euch! Was schläft ihr, alte Ziegen? Ach, liebe Käthe, was Sie alles in Ihrem Leben verloren haben. Sie haben mich zu meinen Jugendlichen gesehen. Da kann ich nichts ändern. Meine liebe Dame. Mutti, Ihre lettischen Damen langweilen sich. Mama, ваши латышки скучают. Может быть, выйдете к нам? Gleich. Ich bitte Sie, ja? Na gut. Хорошо. Ich möchte nicht. Ich habe Kopfschmerzen. Ich bin froh, dich zu sehen, Felsa. Alles okay? Ja. Sie haben einen guten Sohn. У вас прекрасный сын, госпожа Рэмон. Stimmt das? Это правда? Ich will's hoffen. Надеюсь. Anni? Ja, Mutti? Ich möchte Kaffee. Hm? Gleich. Mutti? Danke, meine Güte. Guten Tag. Und geht's dir besser? Du bist so nervös geworden in letzter Zeit. Alles in Ordnung. Здравствуйте, мои дорогие. Добрый день, Аустра. Здравствуй. Здравствуй. Неужели это твоя внучка? Guten Tag. Na, setz dich. Садись, Велта, садись. Чужие быстро растут. Да уж, конечно. Ich nehme die Donner, sonst stirbt sie. Gut. Дорогая моя, объясните мне, ради бога, эти разные слухи о вашей поездке в Латвию. Да. Это так? Вы едете? Я давно думала. Ну, этого просто не может быть. Я не поверила, когда первый раз услышала. Я так и сказала, быть не может. Она же самая разумная из всех латышек, кого я знаю. Честное слово. So, meine Damen, ein Schluck von der. Danke schön. Послушайте, моя дорогая. Что? А вы не хотели бы съездить? Я? Все-таки наша родина. Вот еще. У нас родина была другая. Хорошо было бы побродить старыми тропинками. Но о каких тропинках вы говорите? Thank you.
очень вас прошу. Все-таки в силы не съездите. Да, постараюсь. Там же могилка моей матери. Да хранит вас Бог. Счастливого пути. Поклонитесь Даугаве. Die hohe Präzision des Ganges. Die Anfertigung einer solchen Uhr erforderte besonders großes fachliches Kennen der Meister. Disco Music! Non-stop Music! Oft sehr versonnen, aber bei Nacht. Am Tag, da hab ich nie viel gewonnen, aber bei Nacht. Fürs Tagwerk schein ich wenig zu taugen, aber bei Nacht. Ich träum zu oft mit offenen Augen, aber bei Nacht. Achtung, Achtung! Der D-Zug aus Berlin kommt am Bahnsteig 8 um 12.34 Uhr an. Der Zug folgt weiter nach München um 12.40 Uhr. Danke. Herr Walter wird gebeten, sich an den... Warte, ein wenig. Погоди. Ich wiederhole. Herr Walter wird gebeten, sich an... Sag, Mutti. Mama, почему ты теперь едешь туда, а не раньше, когда был жив отец? Он едет вместе со мной, в моем сердце. Мы много раз собирались, а потом стало уже поздно. Кажется, тысяча лет прошло. Крошка Арнольдик, это ты? Старый, толстый. Нет, ты видный мужчина. Да, прошел миллион лет. Знаешь, мне кажется, может, не все они были нужны в жизни. Наверное, нужны. Ты ведь счастлива, Вилт? Я не знаю. У тебя есть дети? Разве этого мало? Дети у меня прекрасные. Идем. Я так долго ехала. Да, чуть не 40 лет. И все-таки приехала. Вот и молодец. Но учти, что ты все увидишь другими глазами. Я просто очень старая. Тоже мне нашлось старое. Да. Я бабушка. На, я скажу тебе честно, ты, на мой взгляд, прекрасно выглядишь, честно говоря.
Ты помнишь Вернера? Да, но смутно. Смутно. Никак не могу привыкнуть, что его уже нет. Рано он умер. Вот. Ну, вот это новый дом печати. А это телевизионный центр. А вот эта картинка у отца была на папиросной коробке. Помнишь? А это Даугава. Речка. Купались. С Биру ты встречаешься? Видел я твою дочку в прошлом году, с мужем приезжала и с младшим сыном. У них все нормально, работа есть, и неплохо платят, мужу неплохо. Послушай, сестричка, ты пойми, что они все, кто в Сибири побывал, они другие. Ну вот замуж она выходила, так ведь просто открытку прислала, что фамилию меняет, а на свадьбу не пригласила. А я ей писал, приезжай, беру-то, но она не ответила. Не ответила. По-моему, исправить это и пытаться смысла нет. Лучше оставь, я скажу, но все как есть. Ну, пойми, Валта, да мы и не нужны. Вот. Ну? Валточка, вы когда-нибудь были в Сигулде? Так вот, в Сигулде мы посетим Турецкий дворец, поднимемся на башню, сможем увидеть могилу Турецкой розы, а после отдыха и обеда мы осмотрим национальный парк Гауя. А завтра в 11 мы едем в Дзинтари. Там сейчас выставка наших экстремистов. Авангардистов, потом... мама. Ну, авангардистов, по-моему, никакой разницы. Но выставка самая модная. Говорят, и за час не обойдешь. Потом Кришьянис повезет нас в музей Смильдиса. Кришьянис там... это наш знакомый, обладатель собственной Волги. Да. Между прочим, холостой. Давай мы не по музеям поедем, а на могилу мамы и к Беруте. Скажите, вы спокойны за эту поездку, господин Крышьянец? В каком смысле? Мне же туда нельзя. Тогда спокойно. Господи, я тут ничего не узнаю. Да уж, тут все изменилось. Господин Крышьянец. Да? Можно вас так называть? Само собой. В этой поездке вы не только шофер. Конечно. Ради чего вы сюда поехали? Да как вам сказать? С этими краями юность связываю. Вы Иван Петрович? Да. Значит, мое чутье меня не подвело. Как поживает ваш муж?
Он в прошлом году умер. Простите. Угощайтесь. Благодарю, но я бросил 25 лет назад. А мне можно? Конечно, можно. Noch einer. Sie gehen fort. Fort. Vorsicht! Minen! Ja, dort! Minen! Minen! Hey, Boote dort! Schneller! Schuster! Vorwärts! Feuer! Nach! Господи! Слава Богу, что опоздали. Schweine gehen ja fort. Ihr Scheißschießer! Schneller, Klaus! Tot! Was machst du hier? Dort waren deine Freunde. Wie heißt du? Ich heiße Werner. Sag mir, und du? Welter. Welter. Freimann, wo bist du? Komm schneller! Wir fahren schon weg. Wo bist du verloren, Werner? Ich muss gehen. Wir sehen uns noch. Ja? Господи, а если бы мы успели добежать?
Не зря говорили, заминировано. Послал нам Господь наш великие испытания, и вот пробил час, когда Он в милосердии Своем судит нас по делам нашим. Он же не оставит нас в милости Своей. А тем ищат Его, которые нашли свой последний приют в пучине морской, да уготовит Господь блаженство вечное, и прибудут они в Царстве Небесном, озаренные Его божественным светом. Аминь. Eine Kiste mit Diamanten. Pfui, sie soll baden gehen. Das würde ich in deiner Stelle nehmen. Ach, was? An meiner Stelle. А он тебя ничего, хорошенький. Мне понравился. Правда, да? Конечно, правда. Фройлен Вельтер. Пойдем. Пойдем. Эйди. Kommen Sie jeden Sonntag zur Kirche. Wo kann ich Sie wiedersehen? Какой здесь был лук? Незабудки росли. И все это там.
хотел, мог перед затоплением похоронить своих в другом месте. Велта, что, мама? Возьми молоко. Молока выпьет и пусть к своим топает, не злятся. Ты верно рассказала? Да. Он придет? Я не знаю. Ну, ясненько. Эй, Ди, ты не будешь сердиться, если сюда немцы придут? Да? Может, еще что-нибудь принести? Что же одними яблоками будешь угощать? Скоро войне конец, накормишь всех этих, а потом что будешь есть? Разрешите? Ну, пошли, пошли. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. О, Рихтензи. Darf ich Ihnen vorstellen? Das ist mein Freund Otto. Und das ist mein Liebling, meine Lilian. Ich bin Franz. Молодец.
Edis. Ist Птица, много летать. Ich fliege so weit. Ich sehe so viel. Verstehst du? А это что? Das ist ein Talisman von meiner Mutter. Talisman. Какими судьбами? Родные мои, доченька! Лида, здравствуй, случилось что? Ура, приехали! Господи, как же это вы оба? Дом-то на кого? Какое время лучше вместе? Да мы-то рады. Но через город сегодня ехали. Да. Пустой? Пустой, как ветром сдуло. Ну, слава богу, убрались, наверное. Здравствуй, о, здравствуй, братик! Какое большое вырос. Ой, дорога ехали. Да больше берега моря. Как у вас? Мы эти дни у вас побудем, хорошо? Да, конечно. Все-таки дальше от города, не так на виду. Да. Отец, куда вещи, а? В баню, пускай там пока полежит. Ой, мама, страшно. Вчера вот стрельбу подняли, да где, возле самого дома?
Вот так и живем. Уйдут немцы, значит, жди русских. Лида, сестренка моя. Давно не собирались всей семьей. Ну, пойдем, пойдем. Уэлка, совсем барышня. Ну как? Новости есть? Помоги. Ну, пошли дома. Вот это я сам. Давай. Нет, всего чего. Ничего, не вечно пустой ходить. Ну, не вечно. Нет. Опять горе наше идет. Ящик тоже в бане. Да все, все, все туда. Одежда-то в комнате? Guten Morgen. Здравствуй, здравствуй. Карлис, а где твой полушубок, не помнишь? Мы должны уйти. Я люблю тебя. Ich liebe dich. Отец, вот привезли тебе тулуп, зимой пригодится. Спасибо, дожить бы до зимы. С этой войной все с ума посходили. Мама, перестань ты у окна торчать. Что, она ребенок? Придет, небось, если не ушла с ним. Лида! Не шуми, мальчика разбудишь. Ну, пусть только явится. Ах, я ей покажу паршивки. Да куда она денется? Лида, зови Карлиса ужинать. Звала уж. И то верно. Сама придет. В войну Бог нас сохранил, убережет сейчас. Я не знаю, что с ней сделаю. Чтобы моя дочь вот так по ночам шлялась. Ну, что ты, отец, они же еще дети. Это просто первое увлечение. Война кончается, они уходят. И слава богу. Этих мальчишек, наверное, тоже ждут матери в их Германии. Все равно нечего шататься. Отец, нам не гулять их тропинками. Дочка, ну как же ты, как же ты, да темно. Я в город ходила, а мы с отцом места себе не находим. Ночь ведь уже. Расскажи, как там в городе-то? Ну что, немцы ушли? Да. Немцы ушли. Спать охота. Я пошла. Спокойной ночи. Ой. Да ты все взял. Веревку да, взял. Место взял. Да, Карлис, сметану между мешками поставь, да смотри, чтобы не пролилась. Арнольд, неси скорее корзину. Вот. Я вам тут пирожков на дорогу испекла. Спасибо. Могли спасибо. Бы еще остаться, никто вас не гонит. Да нет, дом закрыт, огня нет. Держи. Люди еще подумают, что мы с немцами драпанули. Беды не оберешься, надо ехать. Ну, а вот тут еще. Не расстраивайся, сестричка, не надо. Помнишь, что не слава из города? Как я по нему убивалась, а все прошло. И у тебя пройдет. Хочешь, приезжай к нам. Поживи у нас.
Мужа мы тебя подыщем. Ну, перестань. Что-то Эдиса музыканта не видно. Он тебе нравится? Никто мне теперь не нравится. Лида, скорее! Запрягли уже! Идем, идем! Ну что, лошадь напоил? Напоил. Не ехали бы вы, пока все не успокоится. Да уж спокойнее, чем сейчас, не будет. Чего ждать? Немцы ушли, а русских пока нету. Но! Помни о том, что я тебе говорила, сестричка. Приезжай. Мама, я до поворота доеду. С Богом. Ну, пожалуйста, а? Нет, мать, нельзя. Разве пастор кому вред принесет? Скажи ты на милость. Успокойтесь, тетя Нюда. Да, в чем дело? Там святой отец, а у нас сегодня конфирмация. Спокойно, спокойно. Какой святой отец? В чем дело? Объясните. Люди возле церкви собрались, ждут пастора, а благословить некому. Вы уж отпустите. Вы, что ли, пастор? Идите, отец. Пропустите. Слышите, пропустите святого отца. Ой, спасибо, спасибо, добрый человек. А то как же без богослужения? Шабрин, чтоб к мужчинам никого. Слушай. Говорят, власти собираются что-то нам объявить. Может, про землю какие изменения? Да. А чего волноваться? Может, так надо. А чего? Видать, кого-нибудь ищут. Говорят, бандитов каких-то. Всем сохранять спокойствие! После проверки документов вы будете распущены по домам. Все уразумели? Знаю я, кто на них донес. Хромой Йоргис и мэтру выдал. У него ведь сын-то в Германии. Это он паскуда выдает. Ты мне ничего не говорил, и я ничего не слышал. Вот что, сын, о брате лучше помалкивай. Пропал, говори, на войне, и ничего больше про него не знаю. Оно ведь правда, так? Мы что, воры, что ли, какие? Чего нас согнали? Здравствуй, Карлис. Разберутся. Иуда! Все стоять! Карлис! Не надо его трогать! Послушайте, что он вам сделал? Куда вы его уводите? Подождите! Он ведь никому ничего не сделал плохого! Ты вам объясняй, отец! Дочка, не нужно! Почему его уводят? Успокойся! Хромой Йоргис, видно, позарился на их дом, на все добро. Лида как-нибудь выручит своего мужа. При немцах она его спасла. Вытащит и при русских. Что-нибудь сделает для своего Карлиса. Фашисты! Всех вас, стенки, слышите! Будьте вы прокляты! Фашисты! Гады! Гады! Приведите его! Граждане! Всем сохранять спокойствие! Начинаем фильтрацию! Всем приготовить документы! Болта, подпиши циркуляр. Читать не надо, можешь так подписать. На. Послушай, Велта, ты хоть раз целовалась с Вернером? Да отстань ты. Ну, Велта, мы же все-таки подруги. Целовалась? Не надо, Эрма. Смотри. Поближе. Блинов, баня, коряги осмотреть.
Василий, пальни туда на всякий случай. Свинцов, веселей! Равняй шеренгу! Потом внимание! Шлепец подтяни, Америка проверить! Живей, живей! В прошлой неделе в лесу 7 или 8 немцев поймали. Так через день все хутора, что вокруг, погнали в Сибирь. Послушай, Велта, мама сказала, нужно вечеринку устроить. С русскими солдатами. Ну, чтоб ты была тоже. Ты ведь придешь? Не упрямься. Ну, пока. Солдатен, я тебя во сне видела. Was heißt, во сне? Во сне. Подождите минутку. А вдруг там теперь живут чужие люди? Добрый день. Вам кого? Ирма. Моя мама была Ирмой. Она умерла. Сходство поразительное. Я правда обозналась? Мне многие говорили. Значит, так и есть. Мы когда-то были вашими соседями. Хутор Мазлич. Я слышала. Заходите. Меня отец пугал вашей козой, когда не слушалась. Забавно. В Мазлычах никогда и козы-то не было. Вот и мама говорила. А я все равно боялась. Надо же козой пугать, придумают же. Папа! Отец! Папа! Папа! Тут гражданка приехала. Она раньше в Мазличах жила.
Ты очень изменилась. Зато ты прежний. Ну, пошли. Инна-то. Как она похожа на Ирму. Да. Присядем, что ли? А у меня еще два сына. Младший тоже тут живет, неподалеку. В доме пастора. Дом пустовал? Пустовал? Ну, конечно. К чему пастору дом, если Бога нет? Правда, церковь сейчас восстанавливают. Прихожане сбросились. Я тоже дал четвертной. Как говорится, за свои грехи. Мало, значит, грешил. А второй сын, Гуннар, старший наш, в море ходит, капитан. Как домой приедет, внук есть, каждый год по внуку. Богато живет. Да. А теперь Инну-то выдать надо. Пускай сама ищет. Да. Ну, а ты как? Вернер этой зимой умер. Значит, тоже одна осталась. Да. Не думал я, что ты можешь вот так когда-нибудь приехать. Здесь все вокруг так изменилось. Да. Брат мне писал. Теперь я и сама увидела. А знаешь, я думала, что ты добьешься какой-нибудь должности. Ха. На высоких должностях сегодня другие сидят. А в этой милиции, если хочешь знать, я попросту был на побегушках 9,5 лет. Много чего обещали. Учиться, конечно, надо было. Да. А когда учиться? Женился, дети пошли. Мы с Ирмой хорошо прожили. Жаль, ушла она рано. Лучшей жены и представить себе нельзя. Да. А по тебе она страдала. Под конец у нее сердце вдруг забарахлело. А врач не успел к нам доехать. А ведь могли и спасти. Слушай, ну что мы тут с тобой? Пойдем в дом. Не надо. Чужие все здесь. И сама я чужая. Задание выполнил, да? Понял. Кроковяк! Прошу. Давай.
не слушай ты их. Сам Сталин сказал, сейчас надо трудиться честно со всей отдачей. Отдай. Опять твоя политика. Ну-ну-ну. Хватит. Ну ладно. Держи. Нет. Пошли танцевать. Командир. Белта! Белта! Я уж думала, не придешь. Веселитесь, дети, веселитесь. Ну и зря. Что принесла? О, Арнольдик, на, бери. Настоящий. И гуляй, иди, иди. Тебя отец одно не пускает? Ну как ты не пускаешь? Ага. Мама! Мам! Это Велтины, на, возьми. Ой, спасибо, Велточка, принеси еще чашу. Сейчас, погоди. Привет, Велта. Привет. Как дела? Нормально. Что это ты носишь нынче? Это? Да. Я нынче... Вроде как замначальника милиции. Ну, почему же не прямо начальник? Ну, все сразу, по очереди. Ну, пойдем потанцуем. Пошли. На следующий танец приглашают дамы. Вальс! Я тебя провожу домой. А у меня есть кавалер. Кто? Арнольдик. Арнольдик? Что это за мужчина с тобой приехал? Неудобно, может быть, позвать? Не надо, он не пойдет. Ну что ж, ему виднее, так тому и быть. Ну а что ты в этой своей Германии-то хорошо живешь? Да, хотя сердце на родину тянет. Так в чем же дело, кто тебя гонит? Оставайся здесь. Нет, меня ждут внуки. Кто-то приехал, дедушка, любимые мои внучата! Здравствуй, дедушка, у тебя гости приехали! Ну, сестренка, сейчас увидишь, что я тебе привез! Привет, отец, я опять на суше! Давай-ка померимся с силой! Опа! А внучечка? Так мы даже начали баланс! Ах, вы хорошие мои! Сейчас! Ну, зачем, отец? Я себе могу это позволить. Отец, на сколько денег на ветер бросаешь? Сколько можно тебе говорить? Окончатся новые заработы.
Thank you.